72-й год, остров Айгач. В обхалах и травах, тундры, где подспудно уходит лето, быстрые секунды, где волны, как каменные топы, где с непривычки нелегко идти. Тень облака, плывущего над тундрой, тень птицы, пролетающей над тундрой, тень оленя, что бежит по тундре, перегоняет пешевых пути. Если как-то, раз проснувшись утром, забыв на час о зеркале и пудре, ты попросила раз отдать одну, и лист бумаги белым я нашел тень облака, плывущего над тундрой, тень птицы, пролетающей над тундрой, тень оленя, что бежит по тундре, и запустил ее карандашом. Потом, покончив с этим трудным делом, оставив место для рыбашек белых, весь прочий мир закрасил бы я смело зеленой краской радостных для глаз. А после, выбрав кисточку потоньше и осторожно краску взяв на кончик, я синей пыль раскрасил колокольчик, и этим и закончился рассказ. Повторять, как уже очень трудно, что мир устроен праздничное утро, для мира устроен праздничное утро. Пока мы говорились каждый день тень облака, плывущего над тундрой, тень птицы, пролетающей над тундрой, тень оленя, что бежит по тундре, а рядом с ними собственную тень. Тень облака, плывущего над тундрой, тень птицы, пролетающей над тундрой, тень оленя, что лежит по тундре, рядом с ними.